Доброе-доброе всем утро. У нас сегодня 20.07.2017. Нахожусь возле аквамарина, куда вчера привезло мне такси. Хочу выразить огромную благодарность, поддержку всем моим любимым подписчикам, которые вчера меня поддерживали. Никто практически не бросал меня. 1500 человек больше часа со мной ждали такси. Насколько это приятно. И для этого вот сегодня с утра у нас продолжается дождик. Как бы его не было в 7, мелкий такой шел, в 8 начался, ну, ближе к 8. Вот, и пошел, занял зонтик у соседей и решил пройтись, посмотреть на море, показать вам вот после сильнейшего ливня, в принципе, как выглядит поселок. То есть ни потопов там, ничего, в принципе, я уверен, что не будет. Ну и хочется этим с вами поделиться, потому что многие, допустим, в Анапе, да, там дороги заливают, они в реки превращаются и текут, там машины вчера, наверное, как правильно сказать, захлебывались, получали гидроудары, те, кто не берег свой автотранспорт. Так, как-то надо поменять. А у нас, в принципе, все сухо, нормально, хорошо. Так что жить можно, двигаться тоже. Вон, кто-то даже пытаются заниматься спортом. А, нет, не спортом, на работу люди идут. Просто не идут, немножечко бегут. Вот, столовая Атика предлагает комплексные обеды от 120 рублей. Ничего так. Так. Чуть на грязь наткнулся. Интересно, сколько будет там температурка воздуха. Надо лягушку еще достать. Сколько всего у меня должно быть сегодня в руках. Зонтик, лягушка, стабилизатор, чтобы она просто приняла температуру воздуха. Где-нибудь там ближе к морю мы ее посмотрим обязательно. Главное ничего не уронить, а то будет грустно и печально. Кстати, надо себя показать, чтобы люди уверили, что жив, здоров. Ой, тут кусты, и все хорошо со мной. О, так вот не гремит. А всем желаю доброе утро, хорошего настроения. Это аквамариновский проход. Надеюсь, вам будет интересно. Те, кто еще не подписан, зарегистрируйтесь на YouTube, подпишитесь на канал. Буду вам очень признателен и благодарен за подписочку. Ну и пойдемте прогуляемся. То есть, вот кто живет там на уютных, лазурных, 99%, что они будут ходить как бы сюда, на пляж. Вот как печально быть с высоким ростом. Эти деревья там разрослись, так красиво идешь. Но я вот с зонтиком иду, цепляюсь. Мне в этом смысле немножко неудобно. Зато какой у меня зонтик зачетный, да, с розочками. Или маки, наверное, это. Маки, скорее всего. Красиво. Продолжаем движение к кольцу. Вчера, конечно, вот это фееричное проведение эфира под дождем. Юра промок полностью, зашел в кафе. Появление историка Сереги, меня вообще, я просто улыбал. Вроде бы пацан, вот как бы такой классный, адекватный, но немножко матерится. Ну как, извиняюсь за его маты, конечно, но... Вот такие люди, честно, вот меня радуют, можно сказать, как бы на таких... Может, еще Россия немножко держится. Не в плане того, что там выпивал или еще что-то, а то, что отстаивает свою точку зрения, спорит, как бы там пытается доказать, что, блин, он лучше, чем на самом деле кажется в этот момент. Кто это увидел, тот тем зачет. То есть, кто нет, там, ну, просто матершинник, быдло писали. То есть, ну, вот это зря на самом деле. То есть, то, человек с образованием вот это доказал даже свои знания. В принципе, плюс... как не помню, где он служил уже точно, там говорил, но тем не менее, смотрите, у нас вот на территории здесь кольца понаставили торговых рядов, администрация, огромный привет. Просто превращают Витязева, улицу Светлую, вот, кольцо, сплошные торговые ряды. То есть нам, наверное, очень жизненно необходимо, чтобы они были везде. А то мы просто вот на курорте отдыхать не можем. Вместо прогулочных зон, лесопарков, надо ставить торговые точки. С утра, наверное, такое позитивное состояние. Стёбное, после вчерашнего. Затем, конечно, спасибо мое огромное моим подписчикам, которые пришли ко мне с зонтиком, проводили меня до администрации. Вот просто от души огромный вам привет.
Очень-очень приятно, на самом деле, что такие вот люди у меня на канале. Ну и, конечно, всем тем, кто со мной ждал такси, тем, кто вызывал мне такси. Дольче Вита, в общем, нам вчера вызвало такси. Им огромный привет. Я имя парня забыл, к сожалению. Простите, короткая слишком у меня память на это. Но то, что он работает в отеле Дольче Вита, ему огромное спасибо и привет. Не зря я постоянно, когда у меня спрашивают про Дольче Вита, всегда говорил, что очень хорошее как бы место. И там мне понравился персонал, когда я зашел туда отдавать диск с фотосессиями. И вот как я не ошибся, вот просто как я не ошибся. Люди меня, ну просто, грубо говоря, не знаю меня, им обратилась ихняя постоялица, попросила вызвать, ну, помочь с нахождением. И они вот дозвонились, вызвали. И такси ихняя приехал самым первым. То есть, вот это так же феерично и круто. По ощущениям, тут столовая с утра под дождем, люди уже кушают во все. И, кажется, дождь дождем и обед по расписанию. У нас в данный момент завтрак. Наверное, 8 все-таки еще нету. До 8 еще не доходим. И вот я показываю, то есть совершенно идем спокойно. Ни луж таких гигантских я еще не вижу. Все сухо, классно. Все потому, что как бы это Витязево, да, то же самое, находится на песке. И, в принципе, только там море может как-то угрожать, если там будут какие-то большие волны, допустим, вот этому нижнему ярусу. Там, где я живу, получается, туда даже волны, в принципе, не дойдут, потому что, ну, большая возвышенность. Вот, гостевые эти дома, вот они стоят, как бы, раньше на песчаном таком взморье, вот, можно сказать, плавни были. И, как бы, вода, если попадает, она сразу жуть сквозь все щели, дырочки, и ушла, как бы, под землю. Так что все хорошо в этом плане. Вот, актуальная тема сезона, почем шуба. Вот тоже спорт, спорт. Ай-яй-яй. Не съест ли меня ваш пес? Двигаемся. Вот. Так. Видите, несмотря на непогоду, открываются все точки. Ждут своих клиентов, да? Здесь тоже вот люди, несмотря на погоду, с утра проснулись. И в Бригантине сидят уже, готовятся к приему пищи. У них там тоже столовая, не столовая. Ой, ну как эти две березки меня радуют вообще, какая красота. Сейчас покажу еще Сбербанковский банкомат. Прям вот здесь, прям на улице Светлой он есть. Для тех, кто живет на Паралии. Вот на Паралии я точно не скажу, где они там теперь есть, потому что было три штуки в комнатке. Ну, их убрали, и как бы от них ничего уже не осталось. Посмотрим, что здесь будет. Вроде бы стабилизатор выжил, микрофон с утра тоже проверил, работал хорошо. О, тут ценники есть, надо поснимать. Да-да-да. Фиксики, абрикосы по 100. Есть по 70 джерделя, слива 80, виноград 120, ну это виноград не местный, 140. Надо попозже снимать, утром уже ничего нет. Ну я что есть покажу. 60, да, все разобрали. Чичхэла, скажи, почем это? Я где-то снял эту, пойдем, пожалуйста. Нет тут просто, извиняюсь. Я даже не понял, откуда он. А, проводом зацепил. Сорян, вот чупа-чупс выпрыгнул, да, петушок с утра. А груши почем? Что? Груши почем я точно? 70. Так, а чучхэла? Полтинник. Полтинник любая чучхэла. Тут, смотрите, разные вкусы. Вот, спасибо огромное, хороших клиентов. Спасибо. Вот, 30 рублей, наверное, картошечка еще есть молодая. И двигаемся дальше. Вот, я в шоке, русский парень. На самом деле, обращайтесь к нему. Так. О, прикиньте, это был раньше Сбербанк, теперь это Райффайзен Банк, то есть уже не Сбер. Походу Сбербанк замучили, и они поменяли банкомат. Клево, я всем говорю, что здесь находится Сбербанк. Отвечаю сам, буквально зимой там снимал, жил деньги. Круто.
что-то Сбербанк сдает позиции. Ну, походу, просто большие очереди собираются возле него. И поэтому решили избавиться и поменяли банкомат. Хотя, с другой стороны, могли приклеить любую другую наклейку. А там может как бы для своих продолжать существовать Сбербанк. Я не верю, на самом деле, что они взяли, вытащили один банкомат, а сунули другой. Как там? Вот, не знаю, не верится мне. Итак, самое важное от важного. Надо посмотреть, сколько нам показывает лягушка. Ну, честно, в районе 28 градусов. Но я иду под дождем, то есть мне, в принципе, не холодно. Люди вот только от дождя, у кого зонтика нету, путаются. Но идем до моря, посмотрим еще, почем там будет. Если лягушка просто вот так вот висит у меня на ниточке и замеряет температуру воздуха. Может, она, конечно, еще из дома не остыла. Воздух все-таки принимает гораздо дольше, чем жидкость. В общем, дойдем до моря, не потеряем еще ее. Все узнаем. Улица Серебряная пошла направо. Прямо внутри ломятся. Кушать. Тут вот еще одна столовая. Оголодали бедные. Там уже одна семья сидит, и вот еще одна пошла прямо перед нами. Вот тут впереди, видите, вот там вот, стоит лужа. Наверное, первая лужа за все время, которую мы нашли. На лабутенах музычка встречает нас на параллели. Вот квасика вообще всем надо выпить. Срочно плечом, я в шоке. Мелочи нету, дал бы тоже немножко. И движение иначе продолжается. Вот с утра уже готовят осетинские пироги здесь. Не пробовал, посоветовать не могу, блины. В общем, как-то так. Потихонечку вперед, караван наш идет. Здесь никто ничего еще особо не продает. Здравствуйте. Да-да-да. Движение наше, мы здороваемся, торговые ряды. Очень приятно на самом деле. Привет вам. Погода будет отличная, все открою. Ой, я его. Это называется чистый кайф. Вот, еще лужи, видите. Ну, тут маленькие, спокойным шагом просто их обхожу и все. Ничего как бы мне не мешает. Я сегодня какой-то, наверное, подуставший, немножко грустный. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, тот простит. Но все равно иду для вас на море, потому что благодарность ко всем тем, кто был все. Со мной я мог сказать, дождь сегодня не пойду. Я сказал, погодное видео будет в любом случае. И, ну, единственное, что не в 6 утра. Простыть себя за этот косяк. Но в 6 утра я не шмогла. Просто не было записи на съемку. На 7 была, мы ее отменили, перенесли. Еще следующие две тоже перенесли. Потому что как бы дождик. На 11 может быть состоится, не состоится, тоже перенесу. Если получится, если нет, отменю и буду отдыхать. Вот она, нелегкая доля фотографа. Нет возможности работать в любую погоду. Ну, если, конечно, в студии работать, то с этим гораздо проще. Но давай посмотрим. Есть желание, конечно, пофоткать и в студии. Как эта зима будет у нас. И пользуясь моментом, приглашаю всех на фотосессии. Красивейшие фотографии от лучшего в мире. Ой, от лучшего. Что-то я уже себя расхвалил. Короче, просто красивейшие профессиональные фото. Посмотрите их в группе. Мне понравится. Приходите. Буду всем рад и счастлив. Вот здесь вот на этом месте примерно паркуется Алина. Яхтинг, дайвинг, джипинг. Дома спит. Ну, я точнее разбудил. Говорю, пора спать. Давай тоже что-нибудь делай. Вот возле этого вот кубанского меда она работает. Так что приходите, записывайтесь к ней. Если не хотите позвонить, узнать, то приходите и запишитесь. О, бедных кошечек выставили на улицу мокнуть. Джали на самом деле. Даже самое интересное, что и даже под дождем вот люди купаются как бы и так, и так. Отлично. Зато на пляже, на Аквамаринском проходе. В начале 9 утра, да никого. Это ж какое счастье должно быть. Уф. Вздох-выдох. Мы идем на море. Видите, не один я был на море, не один я скучаю по нему.
даже в такую погоду, на самом деле дорого стоит. Вот просто один раз в жизни привык жить не у моря, как-то, а жить в море. И все. И жизнь кардинально поменялась. Теперь у меня есть вы, у вас есть я. Как мне вчера, Юра, это наша семья, мы за тебя переживаем. Как же это, блин. Вот просто до мурашек, люди, огромное спасибо. Даже 500 рублей перевели вчера на такси, в чат кидали, там донаты были. Каждому человечку огромное спасибо. Я просто сейчас зайду туда где-нибудь под навес, закину лягушку и попередаю привет. Я сегодня обещал, с утра их сделал. Вон, песик тоже мокнет под дождем. Ну, 15 минут спокойнейшим шагом от аквамарина до моря, даже 16 минут. Практически, ну, только на картошку, ну, пускай минуту потратил, значит, где-то 15 минут. Показываю панорамочку. Надо себе покупать, короче, зонтики, можно в любую погоду делать эфиры, потому что вот сейчас иду, сухой, ну, там, ноги мокнут. Я в шортах, и это вообще не проблема. Ать. Мне еще очень интересно, ветра нету, вода должна быть теплая, люди, я вам говорю. То есть, это вот мои такие жесткие предположения. Сейчас мы посмотрим. Камера хранения 50 рублей. Русская баня на дровах. Работает на пляже с 12:00 до часу ночи. О, куда надо сходить. Тут все, смотрите, просто каждый квадратный сантиметр. Помните, какой был широкий проход? Уже тут парк аттракционов, касса, все дела. То есть движ идет такой очень интересный. Вот место для курения, народ курит. Ништяк, ништяк. Утром начинается явно, вот видите, у меня ни с кофе, ничего, не кушал, ничего, умылся, зубы почистил. И давай, на педали. Поднимать настроение себе и вам с утра, потому что я знаю, что многие ждут. Жаль, конечно, не прям рано утром, потому что ДВ уже на работе будет смотреть точно этот видеоролик. Ну, уже и все остальные, кто работает с 8, будут там же. Хочешь передать привет? Иди сюда, ты ж меня смотрел зимой. Сейчас вот. Только музыку не включай, а то меня забанят на YouTube. Да, парень. В прямом эфире? Да нет, это не эфир, это просто будет видео погодное. Передай привет, кому хочешь. Да нет. Да ты уже там, давай, давай. Привет, забарал. Привет. Тоха, привет. Тоха, привет. Тоха не смотрит, Тоха сказал, я не смотрю, мне не нравится. Погода не будет, да? Погода? Не выражайся только. Сейчас замерим температуру воды. Погода кайф на самом деле. Дождь, когда еще такое будет? Первый дождь, можно сказать... А? Да. Потом Тохе покажешь. Парень говорит, ну, мне, точнее, его друг рассказал, находясь, короче, в Москве, смотрел мои видео, приезжает там, а Тоха, это друг детства, вместе в садик, в школу ходили. Он говорит, я тебя не смотрю, что фигня кому-то надо. А он был в Москве, говорит, я каждое видео смотрел. То есть, в нашем месте, смотрите, какое чистое море, люди. Просто увидьте это. И вот еще одни люди, они тоже без зонтика. Им, в принципе, не мешает такая погода. Сейчас я лягушечку достану. Вот она. Я говорил, она лежала в кармашке, наверное, поэтому. Возле моря 22 градуса температура воздуха. Море, наверное, тоже холодное. Сейчас занесем лягушку. О, кстати, а море, наверное, градусов 20, может 19. Потому что контраст с воздухом есть, но явно не 3 градуса, наверное, чуть побольше. Мы сейчас узнаем. Сильно глубоко не пойду, потому что есть небольшая волна. И вот здесь ее засуну. О, все, просто буёк у меня будет говорить о том, что лягушка плавает здесь. И засекаем. Давайте, можно хоть 5 минут этим позаниматься. То есть подождать, пока она выйдет. Пойду попристаю к людям. Да. Доброе утро. Можно к вам немножко попристовать, а? Можно к вам попристовать на камеру? Хочу пару вопросиков задать. Давайте. Почему вы на море сегодня под дождем? Просто мы московские. Московские? А когда... 30 часов.
30 часов поезд ехали. Вот только приехали, да? Да, нам не важно вообще, какая погода. Море прохладное. Да нет. Лужи в Москве холоднее. Лужи в Москве холоднее, чем в нашем море, да? Привет, не хотите никому передать? Вас человек 10 тысяч точно увидит. Да? Да. Москва смотрит прям хорошо, так что поэтому... Кому-нибудь хочешь? Да, маме бы передал привет. Ну скажи, как тебя зовут? Может, кто-нибудь увидит из твоих друзей и передаст твоей маме привет от тебя? Да, меня Максим зовут. Максим из Москвы? Передать маме привет. Спасибо ей за такой отдых. А спасибо и маме и папе за то, что она тебя. Спасибо маме и папе за отдых. Все, обидел девушку. А где остановились, скажите? Мы? А я не знаю, что они называют. Есть Лазурно. Ну как букву хотя бы скажите, местный житель знает. На А как? Не на Р, на А. Вот тут он прям вот у дороги крайней. А, вот здесь. А как называется отель? Вот это я не посмотрел в этом. Короче, вообще не знаю куда, где, главное в море. Кинули так, говорят, отдыхайте. А что почем хотя бы скажите? Ну, 18 тысяч на 7 дней. 17 тысяч на 7, 18 на этом. Вся Москва услышит. Никогда не приезжайте в отель, как он называется? Кемель. Кемер Хотел. Кемер Хотел. А что там такое? Да, это мы там забронировали номер, приехали сюда, нас сказали, что номер занят. Вот, отличный отзыв. Есть у нас еще, смотрите, группа «Витязь Воинфо» называется, тоже много людей там сидят, читают. Но идите, напишите отзыв, что если кидают людей, чтобы к ним вообще никто не ехал. Представляете, 30 часов ехать в жаре, в духоте, а потом приехать и сказать нам... Простите, но вы на улице живете. Вообще, честно, я ненавижу таких людей, отвечаю. То есть, поэтому зайдите, напишите, люди увидят здесь Кемер Хотел. А где находится примерно? Улица Самбурова. В Анапе. Улица Самбурова. Вот это вы хорошо запомнили, да, адрес? И надолго, то есть. Ладно, хорошего вам отдыха. Надеюсь, больше ничего не омрачит вас. В общем, самое главное, забудьте это и позитивные эмоции, народ. И будет все по кайфу. Не за что. Вот так вот. Самбурова 225, вообще печальная, грустная ситуация у людей. То есть запомните, в этот отель ехать вот для таких эмоций не стоит, я уверен. Надеюсь, они тоже, видите, из Воинфо найдут и пишут отзыв. И те, кто еще не подписан на нашу группу, подписывайтесь, будем всем и каждому рады. Я сделаю сегодня, опять-таки, вот сейчас еще минутку замера температуры воды и сделаю такое же видео. Вчера люди написали, что очень зашло тишина, шум моря под кофе. Говорят, прям просто было эпично, кайфово. То есть, ну, раз мои любимые подписчики этого просят, то как им отказать в этом? То есть обязательно сделаю. Сегодня нет у меня клиентов на фотосессии, не с кем пообщаться, но вот нашел людей на пляже в баре работающих, которые я тоже знаю, здесь, и здесь. Ну, правда, да, я тоже, знаете, так говорю, да кто меня знает, кто меня не знает, вот иду, просто люди с торговых точек, Юра, здравствуй, здороваются здесь вот тоже. Да без проблем, зачем быть даже с многими знакомыми, когда просто хорошее душевное состояние, и ты спокойно можешь подойти, пообщаться с любым человеком. Я вам поэтому говорю, что Витязева – это рай, кайф, потому что вот москвичи, можно пообщаться, ну, в Москве бы они, да ты что, и убежали бы от меня, правда ведь? Вот правда ведь, правда. Я был в Москве, я знаю, о чем я говорю. То есть и здесь вообще открыто, да без проблем. Ать. Я вас обманул. Показываю. Температурка даже в такую погодку. Ну, где-то 19-20 градусов осталось, получается. Ну, вот там оно пограничное, то есть на градус прохладнее, чем вчера. Но вот сегодня нет такого контраста, как было вчера. То есть люди говорят, вот им, в принципе, нравится. Под дождем все, фотографии. Инстаграм у них закипит, как говорится. Я сейчас лягушку к шлепанцам отнесу. Сегодня, видите, спокойно можно даже на Аквамариновском пляже оставлять ее на берегу, потому что никто не возьмет. Реклама Quicksilver'а вообще бешеная. Я надеюсь, только я их не перехвалю. Ну, честно, они прям очень долговечные, проверено мной. И те, кто меня знает, знают, сколько я хожу. Ну, я, в принципе, хожу много босиком, но, тем не менее, когда по горам же, там, по долам, то обязательно шлепанцы. Сейчас провод соберу руку.
В общем, в этот прекрасный, непогожий денечек я желаю вам улыбаться как можно больше, любить друг друга, там, обниматься, целоваться и быть просто счастливыми. Хочу еще передать Светику огромный привет. Сегодня она уже должна добраться до дома, легкой дороги. И не забывай, пиши, скучаем тут. Уже вчера люди говорили, что хорошая пара получилась на эфирах, два хороших ведущих. Я рад, что вам зашло. И спасибо за все тоже добрые слова, которые вы о ней написали. В общем, минутка моря. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду всем и каждому счастлив, рад и благодарен. Все-таки начнем отсюда. Это наше любимое море. Все, я замолкаю. Давайте с разбегу, а? С разбегу давайте. Самый кайф, вот, да. Вот так вот. Догоняй, без тебя убежит.
Ой, мужики тяжелые, да, подъел. Вот он девушки заводит. Поставили, пофоткались, все. Родителям привет передали. Вот самое важное. Все, всем пока-пока. Или давайте дождемся сейчас. Нырнут москвичи или не нырнут. Но в Москве говорят, вот, отомстил. У нас же есть зум. Прохладная водичка, ничего не скажешь. Вчера даже чуть-чуть теплее было. Ну сейчас вокруг везде такая, то есть гораздо проще заходить в эти градусы, потому что воздух не такой холодный. Все. Ну, ныряем, не ныряем. Решаться, не решаться. Вот, одна, все, молодец. И давай, покажи мужика, друг. Ой, все. Ассалт. Надо мотивация. Мотивация. Ныряй. Все. Ладно, оставим влюбленную пару. Хорошего вам отдыха, самое главное. И белый теплоход. Да, я волна. И меня. Всем пока-пока.